Я прилетел на Чукотку той порой, когда она замерла и одичала. Ее экономика была разрушена, а немногие оставшиеся здесь люди думали о том, как улететь на материк. Тогда меня встретил заброшенный мир. Но совсем скоро в этом мире появились новые краски и новые люди. И совсем скоро я понял, что если есть на свете места, словно специально созданные для испытания человека на прочность, то Чукотка – одно из них. Эта древняя земля, кажется, дышит вечностью. Суровый климат сформировал особый уклад коренных жителей Чукотки – внимательное и уважительное отношение к людям и к окружающему миру. Они и называют себя Луаравитлан – настоящие люди. Это мир действительно настоящих людей, способных выжить на Земле, абсолютно некомфортной для жизни. Я уходил в море с немногословными зверобоями, пересекал полуостров соленными чукчами, гостил на краю света у косторезов в Уэлене. На Чукотке я первым в России встречал рассвет. На этой земле рождаются лучи нового дня. Там, у кромки морских льдов и далеко в континентальной тундре, проходит жизнь этой далекой земли, открыть которую теперь предстоит и вам. Лежит Чукотка на краю Евразии, касаясь двух великих океанов, вечной мерзлоте между старым и новым светом. Старожилы шутят, что здесь один месяц в году погода стоит плохая, два очень плохая, а девять скверная. Свои горные хребты, болота и тундру считают они территорией и арктической, и азиатской, и тихоокеанской. Со всех сторон Чукотка кажется большой, но крайней. Однако, если осмотреться из Анадыря, то расположилась она между густонаселенными районами. Окнами домов Иеранг смотрит Чукотка и в Азию, и в Россию, и в Америку. Всего несколько тысяч лет назад Евразию и Америку соединял сухопутный мост. Чукотские земли тогда входили в единый природный регион, где росли леса, паслись стада мамонтов, бизонов и северных оленей. Первые охотники пришли в древнюю Берингию из южных областей Центральной и Восточной Азии и расселились между континентами. Отступая, тающий ледник повысил уровень моря, и волны двух океанов затопили обширную равнину между Чукоткой и Аляской, разъединили континенты, образовали Берингов пролив. Потомки древних первооткрывателей не только обживали и удерживали за собой эти обширные территории, но и создали уникальную арктическую культуру, которые соединили традиции морской охоты и оленеводов-кочевников.
тех давних пор этот край открывали для себя разные люди. Они приходили и уходили, но кто-то и оставался здесь. Оставался навсегда. Вот промелькнули казаки-первопроходцы и экспедиции Его Величества, российского царя. Заработали и разорились русско-американские торговцы пушниной. Вслед за ними пришла на Чукотку советская власть. Геологические партии и управление Дальстроя. Весь регион превратился в огромный концлагерь, добывающий стране олово и уран. Десятки тысяч заключенных стали частью Северной земли.